такая удивительная новинка, и, наверное, особенно удивительная, потому что первые впечатления буквально с первых нот это ого, ого, так можно было. Просто это такая мощь, столько звуков. Просто, наверное, первая мысль была столько труда. И пока смотришь, такое ощущение, что ты попал в какое-то место, где прямо сейчас пишется музыка. И мечты сбываются. Просто смотришь и ощущаешь счастье от встречи с музыкой, от встречи со звуками. И, наверное, нельзя не сказать о том интересе, с которым наблюдаешь за конкретными инструментами, которые, ну, сразу за всеми не уследишь, и где-то понимаешь, что ведут струнные, где-то, может быть, короткие штрихи скрипок, если я правильно понимаю. И вот в этом разобраться очень хочется много-много раз пересмотреть, чтобы успеть последить за каждым инструментом. И еще так замирает сердце, когда арфа вот так вот по всей клавиатуре проходится. Вообще восторг. В общем, встреча удивительная с новинкой. Подарила много счастья, наверное, такого прям искристого восторга. Это очень поднимает настроение, как-то дарит светлые, радостные чувства, и это очень-очень ценно.